Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Неделю назад появились первые новости о тяжелой болезни артиста. Только сейчас удалось выяснить, какой диагноз Александру Маршалу поставили врачи. Ранее сообщалось, что бригаду скорой помощи вызвала супруга музыканта. Наталья заметила первые признаки недомогания и сразу подумала об инсульте. Любящая жена не стала терять ни минуты и обратилась за помощью к специалистам. Поговаривали, что Александра Маршала госпитализировали из загородного коттеджа в Барвихе. Именно там ему неожиданно стало плохо. Многочисленная аудитория пыталась выведать, что же случилось с певцом. Выяснилось, что жизни Маршала больше ничего не угрожает. Врачи выдали весьма позитивное заключение и успокоили родственников артиста. По словам медиков, проблемы со здоровьем были вызваны нарушением кровообращения мозга. Согласно информации журналистов, Александру Маршалу поставили диагноз вертебробазилярная недостаточность. Известно, что последствия подобного состояния лечатся, хоть и требуют пристального внимания специалистов. Певца уже выписали из клиники и отправили домой. Там он и будет проходить восстановительный комплекс. Исполнитель даже вышел на связь с поклонниками и поздравил представительниц прекрасного пола с 8 марта. В 2019 году Маршал рассказывал в интервью журналу Star Hit, что начал стремительно терять зрение. Врачи предполагали ему сделать операцию, но из-за плотного графика певец постоянно откладывал ее. Также Маршал говорил, что перенес серьезную операцию на позвоночнике. «У меня спина болела, начала отниматься нога. Из-за грыжи четвертый позвонок полностью рассыпался. Я в отчаянии позвонил Лене Малышевой. Она меня познакомила с замечательным доктором из 67-й больницы. Он светило мирового уровня. Я ни разу не пожалел, что оперировался в России», — вспоминал артист. Восстановившись после операции, Маршал, по его словам, плотно занялся своим здоровьем. Артист выполняет специальные упражнения, каждые полгода сдает анализ крови и проверяет сердце. Напомним, что 63-летний Маршал обрел свое счастье в лице 34-летней Карины Нугаевой. Вместе со своей избранницей он принял участие в программе «Пока все дома» и рассказал о своих отношениях. Музыкант уверяет, что очень счастлив, так как в его возрасте у него есть любимая женщина, взрослые дети, друзья, работа и фанаты. Большой разрыв в годах пару не смущает, они вот уже 3 года как живут под одной крышей. К слову сказать, их отношения одобряют и родители Карины, хотя жених их ровесник. Фронтмен Парка Горького рад, что между ними не возникло трений, и он дружит с тещей и тестем. Сам же музыкант души не чает в невесте и рад, что такое юное создание в нем что-то увидело. Познакомились влюбленные на радио, и, как полагает Александр, это была судьба. Он признался, что ему нравятся умные женщины, точнее, не дуры. Что же касается Карины, то она полагает, что она более серьезна, чем ее спутник, который в некоторых ситуациях ведет себя как мальчик.